В нашем центре состоялась совершенно новая операция как для центра, так и для Владимирской области. А если мы будем говорить о масштабах страны с применением данной конкретной технологии, это была 14-я операция. Что это такое, давайте я вам сейчас расскажу. Есть пациенты, у которых нарушение проводимости не сильно большое, но очень важное. Есть проводящая система сердца, импульс зарождается в синоатриальном узле, идет к атриовентрикулярному узлу, распространяется по системе сердца, делится на правую и левую ножку пучка ГИСа. То есть правая идет к правому желудочку, левая к левому желудочку. У некоторых пациентов возникает блокада левой ножки пучка ГИСа. В результате этого возникает дисинхрония, то есть левый желудочек начинает отставать от правого. Классически у пациента с далеко зашедшей дисинхронией, которая привела к сердечной недостаточности, мы могли приложить только имплантацию кардиосинхронизирующего устройства. Что это такое? То есть проводится электрод один в правом предсердии, один традиционно в правом желудочке, один электрод через большую вену сердца идет сюда, к левому желудочку. Но технология не идеальна. Почему? Потому что мы стимулируем все равно сердечную мышцу. А в идеале мы хотели бы стимулировать проводящую систему сердца. Почему? Потому что скорость распространения импульса по проводящей системе сердца в несколько раз выше. И это более физиологично, это ближе к природе. Что было придумано ранее? Были придуманы электроды, которые имплантировались непосредственно в пучок ГИСа. Технология хорошая, интересная, но не от недостатков. Пучок ГИСа сверху закрыт толстой капсулой. Соответственно, импульс поглощается этой капсулой, стимулятор служит гораздо меньше, нужна больше энергии. Года 3 тому назад в Европе начали применять технологию, когда электрод подводится в межжелудочковую перегородку, но стимулирует не вот здесь, а вбуравливается на максимальную глубину, чтобы достичь левой ножки пучка ГИСа. Это дает возможность через электрод стимулировать левую ножку, а спонтанный импульс будет идти по правой ножке. И мы получаем, по сути, слияние двух фронтов возбуждения, нативного и стимулированного. Что нам это дает? Это дает максимально близко к естественной форме комплекса QRS. То есть комплекс QRS на кардиограмме отражает очередность активации разных отделов сердца. К нам обратилась пациентка, у которой на физическую нагрузку развивалась тяжелая одышка. Мы решили сначала, что это проявление ишемической болезни сердца, провели нагрудочную пробу, выявили, что фракция выброса у нее падает, но это сопровождалось также расширением комплекса QRS, усугублялась блокада левой ножки пучка ГИСа. Мы провели коронарографию, коронарные артерии оказались без изменений, и пациентке предложено было либо отправиться на CRT, либо ждать, когда у нас появится эта технология. Вот, наконец, в январе месяце мы смогли эту пациентку пригласить. Пригласили также доктора из центра Алмазова. В центре Алмазова первая операция в нашей стране с применением расходки, которая называется доставочной системой с электро 3D компании Биотроник. И эта доставочная система, по сути, она позволяет, это как трубочка определенной формы с определенным изгибом. И она так сделано, что она максимально перпендикулярна к межжелудочковой перегородке. И она дает возможность упереться в нее и вкрутить электрод на нужную глубину. В результате мы получили уменьшение межжелудочковой дисинхронии у пациентки. Она отметила уменьшение одышки при нагрузке. Ну и счастливая, довольная, выписалась домой. Меня зовут Фадеева Елена Сергеевна. Я из Нижегородской области, города Выца. С чем вы приехали в Первый клинический медицинский центр? Мне поставили 3 года назад диагноз блокада левой ножки пучка ГИСа. Как она вас беспокоила? Беспокойство выражалось в том, что у меня поднимался пульс, но в основном пульс поднимается при нагрузке. Короче, у меня перехватывало дыхание, мне не хватало воздуха. Дышать дальше. Я задыхалась. Просто я задыхалась. Мне нужно было какое-то время отдышаться, чтобы продолжать что-то дальше делать. Вы обратились к доктору и? Да, я обратилась к своему доктору и попала по направлению сюда, в этот клинический центр. А скажите, пожалуйста, какие вы обследования проходили и как это было? Ну, обследований я проходила очень много. В том числе я проходила стресс-эхо, на котором вот выявили, что я вообще не выношу как бы нагрузку. Нагрузка у меня очень маленькая. Всего было 35% из 100.
Так что, короче, ниже среднего. Какой пульс вас показывало обследование? Самый большой пульс он мне показал 180, давление где-то за 200. За 200 в это время? Да, в это время, да. А скажите, пожалуйста, сколько времени прошло после операции? Сегодня вот пятый день. И вы уже идете на выписку, правильно? Да, иду на выписку и чувствую себя гораздо лучше. Благодарна очень Ембатову Александру Георгиевичу. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, как вот ваши ощущения во время операции и после операции первый день? Операция все-таки длилась 3 часа. Ну, операция, она есть операция. Ну, сразу же на следующий день, да, мне стало гораздо лучше. Гораздо лучше, да. Я здесь проходила немножко вот пробу, ходила тут по порожкам. Намного лучше. Нет такой одышки, которая была раньше.